Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Магутная і надійная. Стан гарантийнай техніки на полях регіона оцанив намеснік прем'єр-міністра Беларусі Уладзімір Сімашка. У аграгарадку Конкавічы адбылося перапахаванне салдат і партызан, якія загінулі падчас вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Петрыкаўскага раёна. Адрывайся, як у свае 16. Радыё Гомель FM рыхтуецца да дня нараджэння. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Гомельскую вобласць з рабочым візітам наведаў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі. Галоўную ўвагу Уладзімір Сімашка звярнуў на стан сельгастэхнікі ў рэгіёне. Якія камбайны стаяць на ўзбраенні аграрыяў, віцэ-прэм'ер ацаніў на прыкладзе адной з гаспадарак Рэшыцкага раёна камунальнага сельскагаспадарчага гуманітарнага прадпрыемства 21 з'езд КПСС. Каля тыдня таму прадпрыемства атрымала адзін з 49 новых камбайнаў, якія былі накіраваны аграрыям вобласці для папаўнення тэхнапаркаў. Увогуле на Гомель цяпер 1364 камбайны. Дарэчы, пік спісання гэтых машын прыйшоўся на змену тэхнічных эпох, калі старэнькія доны масава сыходзілі з палёў. Эстафету годна прынялі сучасныя гумсельмашаўцы. Дзякуючы гэтай вытворчасці Беларусь зараз цалкам закрывае ўласныя патрэбы ў сельгастэхніцы. Пра яе якасць кажуць сумы, якія прыносяць у бюджэт замежныя пакупнікі. Так, за апошнія 7 гадоў за кошт экспарту нашай тэхнікі было зроблена больш за 23 мільярды долараў. Яшчэ адзін аргумент на карысць якасці тое, што ў апошнія гады на спісанне ідуць лічаныя камбайны. Гэтыя машыны выкарыстоўваюцца прыкладна месяц у годзе. Аднак актыўнасць, з якой у гэты час яны працуюць, максімальная. Таму паломкі непазбежныя. Часам на рамонт трэба 20 хвілін прама ў полі. Часам і некалькі дзён. Найбольш частыя пашкоджанні – выхад з ладу электронікі. Дарэчы, у Гомельскай вобласці на сёння некалькі дылерскіх цэнтраў. Іх дыспетчарскія службы працуюць кругласутачна. У такім жа рэжыме працуюць і спецыялісты па дыягностыцы. Таму тэхнічны стан камбайнаў знаходзіцца пад кантролем літаральна 24 гадзіны ў суткі. Я говорю, нас ругаюць за качество, надёжнасць сельхозтехнікі. Иногда справедливо, но не всегда, честно говоря, скажу. Чего не достает сегодня, вот я скажу, первое, должны постоянный анализ, обратная связь у конструктора. Конструктор не должен давать шоки, что конструктор есть такая в душе, что вот я создал машину, а лучше в мире. Я сам чувствовал за собой такой недостаток, когда молодым конструктором был. Конструктор приходит и спрашивает, что плохо, что плохо, скажите, что надо, и думать, как это управлять. Это первое, и, соответственно, принятие вовремя корректирующих решений конструкторских. А второе – технология, то есть переснащение, переоружение предприятий. Ну и в конце, конечно, контроль. По словам Владимира Сімашкі, калісьці рэкордной ураджайностью было 11 центнеров с гектара. Сегодня гэты покашек вышэйшы як минимум утрая. Так, той же Рэшыцкі район сёлета досягнул ураджайности больше за 35 центнеров с гектара. Это выник многих факторов, у тым лику и техники. По словам механизаторов, новый комбайн за сутки збирая 100 тонн. На яго папярэдніку GS-10 гэтая лічба была ўдвая меншая. Пры гэтым, калі няма пустазеля, страта збожжа нулявая. Калі коротка, пераснашчэнне парку тэхнікі прыносіць добры плён, і уборачная кампанія будзе завершана ў тэрмін. Пакуль уборачная ў самым разгары і камбайнеры працуюць на палетках, супрацоўнікі абласной сельскагаспадарчай вопытнай станцыі рыхтуюцца да наступнага года. На прадпрыемстве займаюцца вытворчасцю элітнага насення зерневых і зернебабовых культур не толькі для гаспадарак Гомельскай вобласці, але і іншых рэгіёнаў. Дмитрий Котов с подробязностями. Областная сельскохозяйственная опытная станция находится в Рогачевском районе. Размещение не выпадковое. Агроклиматичные умовы тут отповедают средним по Гомельской области, что дает махчимость дать докладную оценку по максимально эффективному выкрыстанию всей земли региона. У приватности на предприемстве занимаются вытворчестью элитного насения зерневых и зернебобовых культур. Сортовый состав изменяется что год. Например, опошние выпробования прошли 150 новых сортов озимых и яровых культур. Для глебы Гомельской области подошли только три. Новейший сорт – это «Динамо» белорусской селекции, который на сегодняшний день дает 6 тонн с гектара. Он 3 года как районирован по всей Республике Беларусь. У нас зарекомендовал сегодня хорошим перезимовкой, хорошего качества зерно, высокой урожайностью. И 100 гектар есть. То есть в пределах 500 тонн семян
мы можем, наверное, получить 400-500 тонн семян, что пойдут для семеноводческих хозяйств в Гомельской области. Важным накірунком деятельности предприятия является размножение рослин бульбы. Спочатку они проходят детальный анализ у лаборатории на выявление шматликих вирусов. Захворывания могут привести до 30-40% страт уроджайности. Естественно, все результаты должны быть отрицательные. Там, ну, небольшие проценты допускаются. Например, на питомнике предварительного размножения и питомник первого клубневого поколения там разрешаются только легкие вирусы 4,5%, тяжелые только 0,5%. На супер-супер-элите разрешаются только 9% легких вирусов и всего 1% тяжелые вирусы. С проверочных рослин у тепличных умовах после отримливается полновартостный посевный материал. Тут обеспечены оптимальный температурный режим и с допомогой компьютера отбывается полив территории у залежности от вильгати глебы. После уборки, это мы где-то в октябре месяце уже убираем картофель и здесь проводим тогда в теплицах обеззараживание теплиц, почвы. Готовимся к следующему сезону. Еще один значный накірунок деятельности в опытной станции – закладка высокопродукционных, тестированных и оздоровленных маточных насаджений у яблони, груши, вишни, черешни, малины и шмат иншага. Задача – отримания посадочного материала для садов интенсивного типа в умовах Гомельской области. Проводим и опыты по саженцам, которые в наших условиях, как они выносят нашу температуру, потому что такие саженцы, как, например, ну, южные, которые мы здесь у нас пытаемся выращивать, это абрикос, персик, вот такие мы тоже проводим опыты, и потом, соответственно, которые более устойчивые, мы потом уже пускаем реализацию. Науковые исследования супрацовников в опытной станции сегодня позволяют удосканаливать системы земляробства региона и отримливать максимальный прибыток у галине сельской господарки. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. Гомельский тлушевый комбинат рыхтуется представить споживцам новые виды продукции. Зараз предприятие выпускает 127 наименее товаров. Сярод наибольше запотребованных – майонез, кетчуп, олей и мыло. В ближайшие месяцы на полицах магазина появятся новые виды продукции, у тем лику рапсовый олей. Гомельский тлушевый комбинат – предприятие с богатой историей и традициями. Сёлета он назначил 85 годов своего існавання. За этот час было немало узлетов и падений. У по-особливому складанной ситуации предприятие опинулося у минулым годе. По шерагу экономичных причин на некоторый час тут пришлось навод припинить вытворчую деятельность. Однако, дякуючи подтримці областных и республиканских уладов, у такий непростый период удалось заховать коллектив и не трапить у лік банкрутов. Зараз Гомельский тлушевый комбинат имкливо выбирается из экономичного коллапса. Тут отримали держзаказ по нарыхтовце сыровины каля 30 тысяч тонн насення рапсу, что дозволит бесперебойно працавать целый год. Треба означать, будет ожитявляться полный цикл от нарыхтовки до перепрацовки и вытворчести готовой маслопродукции. До того ж, одна из головных задач, якая стоит перед Гомельским тлушевым комбинатом – повеличение вытворчести. Меж тем, уже зараз у поравнании с минулым годом гэты покашек повеличены удвоя. Что тышится вытворших выдатков, сёлета яны снижены амаль на 30%. Предприемство працуя со становчей рентабельностью 2,5%. Задача выйти на узровень 8-10%. У целом зараз распрацаваны комплекс мер по финансовым оздоровлению. Проведены определенные реструктуризации с кредитующими банками. В том числе буквально на днях был подписан указ главы государства по реструктуризации исполненных ранее гарантий правительства. Основной, конечно, задачей сегодня, будем говорить так, стоит это минимизация затрат на предприятие, снижение себестоимости выпускаемой продукции, загрузка мощностей. Сегодня стоит задача перед и производственниками, и технологами, и торговой командой. Значит, максимально, в первую очередь, это вернуть те потерянные позиции на рынке, которые были в прошлом году упущены, ну и выводить на рынок новые продукты, более современные, по качеству, по упаковке, по цене. И, соответственно, завоевывать как внутренний рынок, так и выходить на экспорт.
У аграгарадку Конкавіча Петраковскага района отбылося перапахаванне солдат и партизан, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Ушановать их память собрались представники мясцовой улады, громадских организаций, ветераны узброенных сил, а так само гости из Российской Федерации. На проконце липеня 41-го года 11 фронтовиков загинули у неровном бои с ворогом у соседней вёсцы Слинки. Мясцовые жихары их поховали, однако имены и прозвища бойцов застались невядомые. Долгие годы после завершения войны место похования невядомых героев доглядала мясцовая жихарка Антонина Бычковская. Летось по яе инициативе распачалось проведение идентификации бойцов. У приватности установлена особа молодшего лейтенанта Ивана Федоровича Котянкова, уродженца Смоленской области. Стало вядома, что у России зараз проживают яго родные, у тым ліку и сын, який увесь послевоенный час займался пошуком батьки. На жалобный митинг реквием приехали племенники Ивана Котянкова. Яны отдали пошану поваги усім загинувшим, после чего им были передадены останки для дальнейшего перепахования у Смоленской области. Какое-то чудесное событие, невероятное. Меня это просто шокировало. И как бы и сейчас, вот видите, у меня много эмоций. У нас не было сомнения, что нужно сделать все возможное, чтобы забрать и перезахоронить на родине. Я от имени областной администрации, от всех наших многочисленных родственников хочу выразить огромную благодарность администрации президента Республики Беларусь, Следственному комитету, конечно же, поисковикам спецбатальона, областной и местной власти за то, что из небытия возвращаются наши воины. Удельники международного автопробега, которые присвечены 90-годию ДСААФ, побывали у Гомеле. Центральной подеей проведенных тут урочистостей стал митинг каля мемориала «Вечный огонь». Сучасный ДСААФ – правопераемник, створенного в 1927 году Товариства содейничания обороне, авиационному и химичному будауниству «Асавиахима». Напередодні, подчас Великой Айчынной войны, эта организация занималась патриотичным выхованием насельництва и рыхтовала кадры для Червоной армии. У 1932 году Президиум Центрального совета «Асавиахима» затвердил положение об звании «Ворошиловский стрелок», заслужить якое мкнулись десятки тысяч человек. Сегодня ДСАФ называют школой мужности, патриотизму, спортивного и профессийного майстерства. У целом по Беларуси, что год удел у акциях организации принимают каля 400 тысяч человек. А проча того, во установах ДСААФ рыхтуется до 50 тысяч специалистов для узброенных сил и силовых структур. Задача международных автопробегу – популяризация деятельности ДСААФ и притягнение у яе рады новых членов. Это международный автопробег. Начало и старт вчера был положен в городе Могилеве. Дальше это Рогачев, это Гомель, Мозырь, Житковичи и так далее по периметру Республики Беларусь. Заканчивается он вторым этапом, который следует 20 числа из Смоленска на линию Сталина. У понеделок 14 жнивня радиостанция «Гомель-ФМ» отзначить 16-годие. У весь день слухачов чекают эфирные акции и подарунки. Слоганом свята обрали заклик «Отрывайся, як у свое 16». Гомель-ФМ – знаковая станция для области. Она была первым мясцовым радио, которое открылось у нашем регионе. 14 жнивня 2001 года у Гомеле на ультракоротких хвалях загучали позывные «Экспресс». Про 3 года додали вещание на частоте 101,3 ФМ. У 2008 распочалась найновшая история радиостанции под новой гандлевой маркой «Гомель-ФМ». Сегодня это сучасное радио для дорослых, активных людей. У эфиры лепшая замена. Нежные российские и айчынные композиции. Вызначают стиль радиостанции не только горячие хиты, але и интеллектуальные диджеи, оперативные новины и аналитика сусветных подей. 14 августа всех приглашаем внимательно слушать эфир, потому что именно в этот день празднуем свой день рождения. Нам 16 лет. В эфире ждет много акций, эфирных подарков. Также акция «Крути педали», где многие люди смогут побывать в нашей студии. А в 15.00 на главном пляже города устроим пенное безумие, пенную вечеринку, поэтому всех туда также приглашаем. И, конечно, каждый час будем в кафе «Фастрол». Приходите, фотографируйтесь с нами и также получайте много приятных сюрпризов и подарков. И это была опошняя информация выпуску. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сочите за эфиром.